В этом видео мы рассмотрим, как скачать и установить ClickSense Desktop на компьютер под управлением Windows. Для этого переходим на сайт click.com. В разделе «Продукты» находим ClickSense Desktop. И на этой странице нажимаем ссылку «Free Download». Заполняем поля регистрационной формы, имя, фамилия, должность, e-mail, название компании, номер телефона, страна Россия. Подтверждаем согласие с лицензионным соглашением и нажимаем кнопку «Отправить форму». Мы получили файл для скачивания. Нажимаем «Сохранить файл». После скачивания запускаем файл установки. Нажимаем кнопку «Install». Подтверждаем согласие с лицензией. Устанавливаем галку «Сделать ярлык на рабочем столе» и нажимаем кнопку «Install». Установка началась. После завершения установки нажимаем кнопку «Finish». И теперь проверим, что наше приложение установилось. Вот, ClickSense Desktop запустился, установка прошла успешно.